У выпускников ульяновских школ появилась возможность разузнать о профессии дипломата побольше, а самое главное – пообщаться с представителями Министерства иностранных дел. В точке кипения открылась школа юного дипломата. Комплексная бесплатная профориентационная программа позволит старшеклассникам определиться с будущей профессией, а в дальнейшем продолжить обучение в профильном вузе. Именно профориентация должна помочь ребятам правильно сориентироваться в жизни, поступить в тот вуз, получить ту специальность, по которой они в дальнейшем будут работать. Первыми участниками школы дипломата стали выпускники из 21-й школы. На протяжении нескольких месяцев ученикам расскажут о нюансах дипломатии в современном мире. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.